очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Гони к острову! Я их задержу! А, черт! Вот и они! Тарать те лодки, чтоб поменьше! Вот так! Эй, придурки! Скажите начальству, пусть ищут другое сокровище! Это из-за плану дробина! Кидаюсь подойти! Молодец! Двигатель накрылся. Что? Я могу починить его. Прикрой меня. Да что тебя. Давай. Давай. Еще! Ох, черт!
готово! Работает? Да, гони! Уходим отсюда! Гони прямо к острову! Эй, впереди скалы! Я почти ничего не вижу! Черт! Убери их от нас! Стараюсь изо всех сил! Эй, скорей! Сэм, держи! Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. А, полезли наверх. Не пройти. Так, тихонечко. Ой-ой. А это не наша задача, помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец.
Доброй ночи, сестра. Ого, мое досье. Чтоб тебя. Надо к тому окну. Ну давай. Натан! У вас проблемы, юноша. Надо к тому окну. Ну давай. Двигай, сестра. Черт. Сестра Кэт, я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Сэм, подожди. Почти на месте. Сэм?
никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Вот это прыжок. Давай, хватайся. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Легкотня. Давай. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Воу. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что? Кто не рискует, тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Но клёво же. Ага, еще как. Сюда. Я сейчас. Прыгаем. Ага. Так. Посерединке. Аккуратненько. Потихоньку. Упс. Это ведь не грех. По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед.
Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да, неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Давай. Ну, прыгай. Просто прыгай. О, черт! Держу! Давай! Ну-ка. Получилось. Ага. Ну, конечно. Так, иди за мной. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Оу! Ник! Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Ладно, после тебя. А теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый! Да ладно! Угу. Где спер? Эй! Обижаешь! Видишь ли, братец, чтоб ты знал? Я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться.
Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай.